третий раз Екатеринбург встречает заключительный этап Всероссийской Олимпиады. Должен сказать, что город Екатеринбург, тогда он назывался еще Свердловск, как вы знаете, он заложил основы развития олимпиадного движения по информатике в стране. Желаю вам больших успехов и в соревнованиях, и в вашей последующей жизни. И добро пожаловать в Уральский федеральный университет. Ждем вас.